Всем привет! Итак, наше прохождение приобретает все самое свое кульминационное значение, в плане кульминационное, в смысле кульминация наступает, потому что вся суть этого прохождения была свелась к тому, что два огромных гигантских города, полных элитной пехоты и неубиваемой конницы, которую мы знаем прекрасно, что ее очень сложно загасить. Все это вот к этому идет. Очень мрачно, но с другой стороны как раз интересно. Замок Рас. Ну что, давай? Нет, зачем нам этот замок Рас? Верно? Зачем нам замок Рас сейчас расширять за такие деньги? Тессалоника. Так, Тессалоника. Общественный порядок нормальный. Давай. А, хотя погоди, давай лучше вот религиозное здание построим. Афины. Афины, 2400, 2400. Но это быстрее. Так. Книн, православная церковь. Давайте быстренько пробежим. Ага. 2400, давай сюда. Бари. Вот Бари пока не вижу, что строить. Давай еще одного бомжика наймем. Ираклион. Ага. Отремонтировали стены. Налоги даже, думаю, что повышать смысла нету. Хотя на один ход почему бы не повысить. Мы видим цифру в 10 тысяч. Империя наша расширилась. Но, заметьте, как бы экономически мы не были сильны. Ну, в целом, конечно, экономика рулит. Но в битве все равно экономика нам ничем не поможет. Единственное, что мы можем делать, это штамповать какие-то стеки еще дополнительно. Еще что-то. Вот. А на самом деле, кто вот будет воевать? Скутаты, 300 рублей. 320, 5, 4, 16, 9, 3, 17. Вот этих парней можно нанимать. Вот этих парней тоже можно готовить, хотя они ни хрена не держат удар. Так, ну что? Можно штурмовать. Ну, давайте. 3-1. 3-1, ребят, 3-1. Давайте автобоем. 100 человек. За... Так, как грабить поселение. Ну, знаете, 3-1, когда у нас идет. Ах ты, крыса, умри. А, у них денег нет, они отступают. А, дело в том, что когда мы играем замок, то потери при захвате могут быть такие лютые, что просто жесть. Отлично, можно переобучить. Надеюсь, они восстановят свою численность. Так, наемники есть. Вот этих можно взять. А, нет, не сейчас. А уже взял. Ладно, пусть стоят. Так, тут у нас турецкий флот. Что у нас с этими? Самое веселье будет, когда мы будем долбить. Ого-го. По-моему, пора сваливать, ребята. Немножко мавров. Нет, надо сваливать, ребята. Надо сваливать. Так, как эту карту сделать? Вот так сюда. Да, надо убегать. Уж здесь византийцы у нас расплодились сильно. Может, какой-нибудь прибрежный городок? Мавританский, например, вот. Шибануть. Вот, давайте сюда разведку сделаем. Ну, такая, это афера такая.
своеобразная афера. Афера. Афера, афера. Так, расслабляться нельзя. 200 рублей стоит. Ладно, пока. Хотя можно было бы нанять, подождите, можно нанять и двух мечников. Они у нас будут... Они будут гарнизоном, здесь опасно. Ну, хотя у нас, конечно, армия на подхвате есть. Но все-таки. Сохраняемся. И попробуем еще кого-нибудь грохнуть. Так, француз 72. 28. 38. 95. Опа! Не прибавилось пока очков, ладно. Купец. Хорошо, Семен из пупок. Семен из пупок. Давайте глянем, что здесь. Ох, французы начинают экспансию. Ребята, это же вообще мощь. Это же мощь. Так, давай еще одну штуку. Эту. Нет, не эту. Вот эту. Манганелку. Не знаю, мечников нанимать, не нанимать. А, нет, зачем нам манганелла? У нас же два манганелла. Что я придумаю? Наемные мечники. Ладно, подождем. Так. Что еще интересного у нас с вами? Да. Так, так, так. А, ну в принципе, без лишнего базара, без базара можно выползать отсюда, сюда ставить слабый гарнизончик. Блин, только не говори, что ты... А, вот, все. И осаждать город. Такая армия автобоями работает. Ну а что делать? Такова соляви. Ну все, будем считать, что экономика уничтожена. И теперь переключаемся только на этот участок. И французы в центре Европы, возможно, как-нибудь будут быковать. Вот у нас здесь... Вот этих бы, конечно, можно... Черт его знает. Дозорных так на то, чтобы они дозор осуществляли, когда мы выйдем из города. Так, здесь копейщики еще нужны, ребят. Вот эти. А, так, 8-3-17. Болгарские разбойники. Ладно, пока по пехоте. Все, погнали дальше. Сохраняюсь. А сейчас во время хода... византийцы попросили мир. Но я отказал. Им в этом деле. 300. Ну, 300, зато они будут у нас в... У нас копье. Поселок, ё-моё. Ну, давай хоть нормально... В нормальный вид хотя бы приведешь. Отказал им в перемирии, конечно же. Какое может быть перемирие, когда у нас цель кампании загасить византийцев, в принципе. Так, где мой шпион? Польский купец 75, 38... Давай вот так. Ага, капитан. Капитан. Вот. Вот. Ольрат. Ну все, Ольрат. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, сколько звезд. Отлично.
Эти отбиваются из последних сил, нифига себе. Мне кажется, Византию загасят, потом они вернут, пойдут к нам. В это время мы должны быть уже готовы. К этому мы должны быть готовы. Ладно, берем двух мечников, нельзя рисковать. Обалдеть. А, генерал. Пизанус злоязычный. Ага, королевская печать, королевский казначей. Так, поставлю его, чтобы было видно. Все с этими ясно. Давайте посмотрим, что у нас по... Подожди. Ту армию, куда я дел? Это она же и есть. Это же армия, она и есть. Твердыня, война. Нет, замок я здесь не хочу. Испанцы. Нет, давай сюда плывем. Замок я не хочу. Если брать, то город, чтобы как бы товары пошли с той стороны и все. А твердыни нет. Да, зажгло у византийцев, конечно, они. Задергались конкретно. 6 к 1. Так, если уничтожить жителей. 16 тысяч. Давайте 16 тысяч возьмем в сфере. При том, что нам придется сейчас жестко подготавливаться к войне. Но почему сбор налогов-то, ё-моё, минус 20%? Вот ведь дьявол. Ну-ка, давайте посмотрим. Допустим, городской совет. Торговлю добавляют. Развлечения. Здоровье населения. Ну, незаметно, что 40% снимается, что 40% снимется дохода. Ну, вообще никак незаметно. Так, тут. Ага. Кава. Каву я не хотел нанимать сейчас. Ну что? Оставим этих дежурными. Смотри, какой живучий. Оставим дежурными, проверим здесь порядок. Ай, блин, вот я лажанул. Армию-то кто будет забирать? Ладно. Нет, вот с этой стороны оплывем, армию заберем. Нам же сейчас немножко наберется гарнизон, и все, можно плыть. Давайте заглянем в статистику. Ну смотри, два города, что ли? Ну вот где у них? Где у них город? Ничего не пойму. Может, посмотрим, где у них город? Где там? Есть же это? Интересно, просто до безумия. Ну? Нет, наверное, это... Наверное, это один город, так считается. Какая-то орда. Что-то совсем слабовато, да? Совсем слабо, смотрите, стеков-то нет. У французов, да, стеки есть. О, шотландцы.
Шотландцы-то гасят Англию, ни хрена себе. А, Ирландия. А Ирландия вся полностью повстанческая. Давайте в Америку заглянем. Карибы. Один город. Тласкала. Султан желает вашей смерти. Раз, два. Ой, три, четыре. Четыре мятежных стека. И здесь реальные ацтеки. Так. А тут что? В Форталезе ничего нет. Мавры. Испанцы прессуют мавров. Тумбукту. Нифига себе, Тумбукту, как далеко. Инсалах. Тоже далеко. Последний оплот Тунис. Это оплот... как они называются-то? Сицилия и египтяне. Ну, египтяне тут серьезно. Под самый корешок. Вот Мекка. Нифига себе, Мекка даже есть. Медина. Мекка. Ну, круто. Слушайте, ну, египтяне то, что хорошо прям... зацепились за территорию. Это вообще, конечно, классно. Здесь со всех сторон исламский мир прет. Так, а россияне что делают? Ни хрена они ничего не делают. Народу у них нет. Стеков нет. Как они собирались воевать? А нет, что-то маленькое есть вот здесь на границе. А, они... они хлещутся с поляками, но все силы стянули сюда. Ага, да-да-да. Вот на польской войне у них тут происходит. Немцев венгры разрубили и правильно сделали мы, что с ними заключили перемирие. Поляков рвутся, делят с этой стороны Русь, немцев рубят. Разрубили венгры. А французы движутся в центр Европы. Очень любопытно, что из этого выйдет. Все почувствовали, видимо, Германия оказалась отлучена от церкви, что ли, или как. Поэтому их так прессуют. Так. Один французский город даже находится на территории уже Испании. Очень интересно. Ну ладно. Toggle Fold делаем. Все растворилось в тумане. На самом деле, все-таки это, наверное, город. Он просто не обновился, наверное. Сейчас у них два города было. Сейчас обновится, и следующий ход должен быть вот так. Ну да. Проверим эту теорию, но я, по крайней мере, не вижу византийского какого-то этих городов византийских. Надо, кстати, отправить посла по-хорошему. Где он посол? Я хочу отправить к маврам. Антиохия. Вот, мавры. У вас хватает дерзости разговаривать с нами? Разумно. Вот так. Ваши слова... Все, отлично. Все, с маврами нам базарить больше не о чем. Можно попробовать вот с турками поговорить. Сейчас попробуем. Ладно, сохранимся. На следующий ход. Погнали. Новая гильдия. Калгиари. Нужна ли она нам здесь? Нет, наверное, не надо. Так, каменные стены Неаполь. Готов. Ну, пускай будет. Торговля морская. Тессалоника мы уже смотрели. Так, дороги, наверное, пора строить. 64 тысячи. Калгиари готово. Родос. Замок. Ладно, морской торговли нет, значит, стены поставим. Ираклион. 2000. Давай. Вот это. Фамагуста. Ага.
Помогу состроиться. Я же заряжал строительство. Ага, и это здесь все строится. А, подождите, давайте тогда помогу что-то. Самогусты солдат вытащим. Вот этих оставим. Ох ты, нифига себе. Это на очень высоких. Это на очень высоких у нас с вами. На очень высоких налогах такой порядок. Ну что ж, прекрасно. Можно было, конечно, вот здесь вот шибануть Анталию. Чтобы не было морской торговли у них. Почему бы и нет? Хотя, конечно. Ну вот этих сербов надо всех переобучать. В Сербии. Не знаю, у нас. Тащить Сербию их, конечно, далековато. Так, ну чё там? А, погодите-ка. Раз, два. Идем сюда. Раз, два, идем сюда. Раз, два, три. Тоже сюда. Сколько там? Три хода? Ну, не знаю, три хода. Будем мы ждать, нет? Переобучение даже какое-то есть. Один, один. Так, давай вот этих. Что у нас получается? Так, пехоты. Армянские лучники. Маловато армянских лучников. Раз. Вижу, раз. Два. Три, четыре. Четыре, это же ерунда. А если нам сейчас навалят там как следует? А нам, скорее всего, навалят. Так, скутаты мечники. Может, мечников взять. Трапезундов. Да тяжелую каву. Вот так. Хотя нет, эти не нужны. А, кава-то тем более у нас. А, кава легкая здесь. Так, как же сделать? Наверное, есть смысл в Афинах нанять корабли. Отсюда выкатить людей через три хода. Вот, смотрите, три хода. Я не знаю, три хода стоит нам. Можно, конечно, все параллельно делать. Давайте, допустим, три хода пройдет, да, и мы ничего не сможем сделать. У нас с византийцами. Тогда у нас будет через три хода трибушет построен. И вот здесь вот пехотка построена. Через два хода мы наймем еще двух лучников и каву. Так, двух лучников и каву. Но сюда лучше даже не соваться, здесь... Очень мощный турецкий купец. Упал. Хорошо. Набирает опыт. А, кстати, давайте статистику тут как раз сейчас и посмотрим. Да, это было до обновления. Сейчас у нас с обновлением один город. Сохраняемся. И сейчас будем заваливать их мясом. Почему завалить мясом? Так это от того, что у нас ребята, которые там сидят, очень-очень злые. Очень-очень-очень злые. Это особенно кавалерия. Так, где у меня экспедиционный флебустьерский корпус? А, Испания же испанская. Ну давайте вот сюда куда-нибудь. Флебустьеры мои поплыли.
Так, раз. Раз могут. Подожди, раз. Ну. Ладно, поставим. Может тут по сербским этим. Сербы-то слабые. Вот у них, смотри, топовые балканские пешие рыцари. А чё броньки-то 13? Конечно, византийцы сильнее нас. Однозначно. Гильдия воров. Тут что-то сейчас какое-то переобучение будет. Так, а вот эти ребята, кто такие балтийские, наверное, арбалетчики? 8. 240 они все равно у них. 240 у них стоит переобучение. Ой, содержание. Для нас это тоже не очень хорошо. 240, куда это годится? Так. Ну что, формируем первый стек, что ли? Первый стек, чтобы взять с наскоку столицу. Так. Минус 700. Минус 700. Что прикажешь? Что приказали? А. Так. Одной баллисты нам не хватит. Катапульты, точнее. Соответственно, давайте все сюда. Сюда. 5000. Так, одной баллисты нам не хватит. Так, давай иди сюда. Дальше. Ну, одну коняшку возьмем, конечно. Так, сюда надо еще одну баллисту. Катапульту, точнее. И изо всех сил строимся. Строим, точнее, нанимаем солдат. Вот она, кстати, катапульта. 9317. 4. Да, наемники-то они получше. Первый стек готов. Ваня, что? Выходите. Ладно, сохраняемся. Будем переходить. Кандидат на усыновление. Берем. Гильдию купцов возьмем. Ага, отлично. Так, Книн. 3600, давай рынок. Регио. Ох, со скидочкой строительство идет. Венеция. Мальта. Вот так. Так, что там с пиратами? Хо. Опа. А-а-а, так мы ж перемирие заключили. Ну, ё-моё.
испанцы уже вытворяют. Хосе Поэт. Ладно, сохраняемся. Королевство Польши ее порвали. Как ее так? Ни хрена себе. Причем порвали конкретно. Порвали конкретно именно благодаря тому, что ее походу резали. Но за один ход прям растерзать. Прям вообще. Так, давайте, убийца. Где ты? А, вот он. Русский купец погиб. Милан. Милан в руках французов. Ребята. И подступается стек Флоренции. Слушай, ну прям тут вообще... Прям тут вообще прям какой-то бардак. Все деньги потрачены на строительство. Все денежки потрачены на строительство. Так, какие-то шальные византийцы тут. О, ништяк. Это мы с Египтом торгуем, и очень хорошо, что мы его не ликвидировали. Давайте разничтожим это. Аталия. Аталья. Султан здесь сидит, ребята. Сейчас по максимуму разрушим. Во-первых, разграбить. Хотя, с другой стороны, почему бы нам здесь и не посидеть, да? Так, гильдия купцов. Турецкая городская стража. Дозорные. Возьмем дозорных. Шахта 100. Вот эту построим. Так. Дом правителя. Здесь, по-моему, нет такого пересечения, как что надо уничтожить строение. А что у нас торговля сейчас вот? Торговля подхлестнулась. Полезут, так будем отбиваться. Так. Тут. Блять, машина не успевает подойти. А, вот это успевает. Деревянные стены, должны мы их разбомбить. Так. Значит, о, а вы чё? 59 человек. Еще бы армянских лучников нам. Нет, лучников я больше не хочу брать. Так, кого взять-то? У нас Потаков, конечно. Собираемся здесь. И вот так. Так, это тут бомжи. А, вот наш ушастый друг. Давай сюда посадим кого-нибудь пока. Нанимаем опять солдат. Пацанчика переобучаем. Охраняемся. Ну что, делаем ход и идем на блокировку Адис Абидуса. Я вижу это так. Ну как блокировка? Переходим и сразу в атаку. Что я могу сказать? Вот так поближе сюда подойдем. А, нет, не сюда, вот сюда. Вот так. Хотя можно было на корабли, конечно, сесть.
А, погоди, у меня же здесь должен быть шпион. А, погоди-ка, у меня кто есть? Прочь, сын шакала. Подожди, сын шакала. Подожди, а шпион, у меня же должен быть. А, вот он. У нас есть пара вариантов. А, например, залезть в столицу и открыть ворота. Ну, я так и думал, в принципе, что так и будет. Пока не забыл, надо сразу нанять шпиона. Так, маленько вылетел. Ну, ладно. Кажется, это еще мод после всех моих перестроений, перепостроений. Погодите. А, нет, стойте, это же я еще до начала... До того, как я еще... А, стойте, сохранение же это старое, ё-моё. Так. Ну что ж, может оно и к лучшему. Вылет, вылет. Так, а этот чел Вася пусть новых, да, набирает. Так, вот эти... Вот эти двое вообще должны... Сюда... Это вот это, наверное, тоже сюда. Ага. До приказаний. Так, вот этого, наверное, вот. Так. Сюда. Так, шпион. Ага, все. Окуклился. Да-да-да-да, это еще до того, как я, свой шпион сейчас повторяет то, что он уже сделал. Ладно, сохранимся. Так, у него херня, у него навыков. Два стека пойдут на приступ. Явно не хватает солдат. Да, явно не хватает солдат. Надо вот... эти машины еще взять. Хотя, если с первого раза не возьмем, то придется нам... Так. Туркоманские войны с булавой. Может, вот этих... Даже не знаю, может, вот этих... Так, сейчас еще один ход будет... Блин, да, вылет, конечно, маленько меня подкосило. Так, что там у нас по агентам? А, вот еще одна карточка есть. Давай сюда. Тогда еще одного. Купечество 9900. Ну, на 1000 подняли. 4800. Так, этих сюда. Ладно, вылет. Хрен с ним, с вылетом. Зато... Зато мы готовы. Два стека, да, сейчас ломанемся двумя стеками. Потому что выхода, собственно-то, и нет. Кто будет командовать? Богдан Банович и Борислав Борич. Ну вот, они вдвоем. Одному 30 лет, а начнет. Начнет 24-летний Богдан Банович. Важный проводник. Так... У этих тоже ничего нет. Шпион. А, шпион умер. Ну все, я понял. Ладно. Давайте сохранимся. Нажмем ход. Король Шотландии умер. И это в такой-то исторический момент. Регио 2000. Давайте. Так, купцы. Неаполь. Скопье. Быстренько раскидаемся. Константинополь, вот. Вот, 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 вот. Вот что нам нужно. Машины. Но ждать машины, наверное, уже смысла нет. Там стены деревянные. Аталия. Хотя бы я был, наверное, казармы дозорных построил. Так.
Неаполь. Дороги. 3, нет, 4. Давай. Сначала вот этот. Так, Неаполь, наверное. На Неаполь уже надо защищать. Неаполь уже надо защищать. Ведь неизвестно, как поведут себя французы. О, какой провал. Не удалось. Ладно, сохранимся. Так, ну что, двигаемся, что ли? В сторону, все-таки, в сторону. Наши... О, я забыл, нанять шпиона. Вот они стоят, двое. Да что у нас провалы-то одни? Повысились звезды. Видимо, обновление происходит через ход. Обновление происходит через ход. Кто это там приплыл? Одиночный кораблик. Ну что, двигаемся, не будем терять время. Так. Начать осаду. Вот они вдвоем осаждают. И лучников бы я сюда тоже зафигачил. Пусть стоят рядом. Ну что ж, ребята, вот это исторический момент. Не знаю, последний ли он в этом прохождении или нет. Но сейчас мы будем хлестаться. Хлестаться с теми, кто стоит на пути к нашей победе. А именно с византийцами. Давайте поэтому поставим что-нибудь. Ну все, здесь что? Здесь топовое строительство, топовое. Римские казармы. А кто у нас? Как они вот делают этих рыцарей, я вот не понимаю. Ну ладно, поставим эту казарму, посмотрим, может, какие-нибудь рыцари там появятся, проявятся. Вот. И также продолжаем нанимать... А, вот что я забыл сделать. Также продолжаем нанимать вот этих пехотинцев. Если первый штурм провалится, то, соответственно, надо будет изо всех сил сюда гнать еще пехоту. Здесь, наверное... А, нет, стоп, вот это надо построить. Вот болгары тоже ништяк. Вот так. Все, сохраняемся. И двигаемся на поле боя. Так, подождите, где у меня... Здесь без вылетов обойдемся. Вот этот чел начинает. Ладно, все, сохранимся еще раз. И отправляемся кидаться мясом. О! 7 к 3 можно автобоем решить, братва. Не, давайте сыграем. Так, компу. Нет, передать управление ей не надо. Сами попробуем разобраться. Все, поехали. Ну что, я построился от угла. И надеюсь, все нормально будет. Погнали. А-а-а, от угла. Стену-то как ломать. Пипец, вот это я лажанул. Молодец, от угла. Иди, твою мать, пролом-то только здесь. А здесь башен слишком много, я не хочу с этой стороны. Бля. Вот это лажа.
Так, ты давай сюда. Да, лажанул чуть-чуть. Они, конечно, размазаны по всему городу. Но, с другой стороны, и подкрепление у нас с этой стороны. Чего ж там? Кто здесь стоит? Да, хорошо. Лучники Трапезунды. Пехота Аспатак. Ну что ж, неплохо. Копия сюда, Спартаки сюда, армяне сюда, остальные все сюда. Все, давай, поехали. Скорость двойная. Ой, ну слушай, здорово, что здесь у меня подкрепление. Лучше уж драться в натуре в проломах, чем лезть на стену. Ну вот в данном случае. О да. Хорошо попали. Так, стену-то мы пробьем, вообще нет. То, может, и вовсе не пробьем. Касая же она. Так, может, мы их перестреляем постепенно? Постепенно вот двух возьмем. Я знаю, что они стреляют очень далеко. Вот даже уже отсюда могут стрелять. Поэтому надо их... Ага, стена треснула. Поэтому близко их подводить не будем. Нам главное их отстрелять, стену проломить. Так, ну-ка вот этих сюда. Надо поменять так, эти достают тоже. Давай. Ближе. Так. Вперед, 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 вперед. И вот так, давай. Может, кого-нибудь еще огоньком накроем? А что, неплохо?
подпалили даже кого-то. Пускай пока двойная скорость. Ой, ой, шансы есть, слушай. Самое больше всего, чего я боялся, что мне не дадут возможности пробить стену. О, бессмертные. Хорошо, слушай, огоньком-то нормально их. Выступаем. Четыре выстрела, все мимо. Ну, я очень надеюсь, что они успеют пробить. Чего-то молчат их элитные лучники. О, армянские. Помалкивают. О! Слушай, отлично огоньком. Вот они здесь. Чем самая грозная тема здесь, это, конечно, вот эти аспатаки, армянские лучники и конница. И при этом мы еще кого-то загасили. Не, сломаем, сломаем стопудово. Один пролом сделаем. Так, у аспатаков надо отключить. А, у него отключено. О, да. Есть контакт. Есть контакт, братва. То, что надо. Давай, достреливаем сюда огоньком. Пока движений никаких не предпринимаем. Сейчас я хочу подстрелить. Может, еще хотя бы какую-нибудь коняху завалим. Это вообще никуда не годится. Икона на флаге у них. Выступаем. Нет, слабо. Так. Копьенос. Не, не получается. Ладно, все, давайте не будем тратить время. Так, у этих закончились патроны. Все, они будут у нас на подмоге. Так, эти парни сюда. Основная масса вперед. Пролом сделан. Последние патроны. Так, бежим сюда. Гена сюда. Нет, не получилось императора загасить. На то, что это император, это очень похоже. Вот он. Базилевс. Хорошо. Так, у этих отключим. Так, Гена. Гена сюда. Давай скоро сделаем, как мы привыкли, на 1.3. Гена пошел. Так, огнеметчики пошли. Армянские лучники. Все, да? Давай их сюда. Двое армянских лучников тоже сюда. Они будут на подмоге. Вот эту машину отправляем. Эту машину отправляем. Гена, 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 давай сюда, иди. Воодушевлены, непоколебимы. Вот. Ну что, драка с конницей. Возможно, самый важный противник это Кава. Так, эти ребята, давай сюда. Сейчас двое убегут и к нам подтянутся свежие.
Армянские лучники, ага. Ну-ка, бонус, может быть, бонус. А, погоди, а тут двое армянских-то. Надо их поставить вот так. И попробовать еще отстреляться. О, 19. Будем считать бессмертных. Остальными, я думаю, мы справимся. Пехота спартаков. Поехали. Армянские лучники. Погнали. Мы стреляем сейчас вдоль стены. И это прекрасно. Ну-ка мне двоих спартаков сюда. Бегом. Все больше и больше народа сюда подтягивается. Так, идет ли обстрел? Да-да-да-да-да, армянские лучники работают у меня. Так, здесь все ровно. Ох, нихера себе. Аспатаки. А мы поможем тоже. Да, пехотку мы сейчас положим. Обалдеть, дротики у них ништяк. Вот, достали. Давай по бессмертным еще поработаем. Давай, 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 гасим, давим, давим. 17 бессмертных еще осталось. Так, что по стрельбе? Армянские лучники гасят по беспределу вообще. Отлично гасят. Так, аспатаки тоже как могут работают. Давай дам им возможность стрелять. Вот этих отпустить, что ли? Ладно, посмотрим, кто зайдет. Эти бегут. Так, здесь кончились патроны. А, тут башни стреляют. Нифига себе. Ну, давай. Вот, помогаем. Аспатаки, вот они эти. Крутые парни с дротиками. Ну, домашку наносит, конечно. Так, армянские лучники. Так, работаем. Так, пехота спартаков уходит сюда. Армянские лучники уходят сюда. Идет еще сюда пехотка, давай. Аспатаковская. Помочь надо. Все завалено красными нашими копейщиками. Один даже уже побежал. Но надо, надо. Ну, конечно, когда ты пришел, у тебя было 120 человек, а потом у тебя осталось... Потом из твоих осталось 7, 13.
Конечно, тебе хреново. Кто там обстреливает наших? Так, армянские лучники против армянских лучников. Ну, у нас такая же твердая пехота, как у них. Вот два генерала. Так, сделаем. А, так смотри-ка, мы уже 32% загасили. О, отлично. Прибежал, прибежал генерал конный и дротики. Давай, помоги. Сколько их осталось? Наши, конечно, стреляют изо всех сил. Этих пацанов бы я сюда подогнал. Курдских метателей дротиков. Так, давай, давай, народ. Что-то наших аспатаков совсем прижали. Давай-ка бросим их внутрь. А вот этих лучников поставим сюда. Так, дальше. Аспатаки подошли. Здесь балтийцы и чуть-чуть кавы осталось. Ну, бессмертные. Да. Как-нибудь использовать бы вот этих огнеметчиков, бы мне было бы очень здорово, если так получилось. Для этого надо пройти каву. Так, почти не осталось уже людей. Сейчас пойдут в бой стрелки, армянские лучники и аспатаки, у которых кончились патроны. О, отлично, friendly fire. Да, friendly fire. Опа. Готов. Вот. И френдлик еще сзади помогает. Нормально, нормально. 16. Вот армяне насыпают. Они же своим насыпают, с этой стороны. Скорость боя 1.2. Так, курды подошли. Отправим курдов. Слушай, ну здесь, конечно. Неужели будут кидать? Ох ты, нифига. Хера не кидают прям в упор. О! Ну все, тут уже не дают им кидать. Давайте, кидайте. О! Арабы подошли. Давай, мочи. Ну надо же, кидают. Я думал, так и будут стоять. Ну ладно, это их миссия будет.
Это будет их миссия откидать дротики. Нет, выдавливают, выдавливают наших, выдавливают. Мне кажется, надо поставить здесь вот этих вот огнеметчиков. Так, еще у меня спатаки есть с боеприпасами. Вперед. Не знаю, жечь, не знаю, рано еще. Да быстрее же бежим. Ладно, гасим, короче, сквозь своих. Нет, аспатаки, нет, назад. Гаси. Вот. Отлично. Отлично. Еще. О, да, вот это залетает. О, хорошо. Что с патронами? Нас атакуют. Все, сейчас заломимся сюда всей толпой. Вот это ад. Да. Все, патроны кончились. Обалдеть. Угоняем их отсюда. Да! Базилевс мертв. Да. Все, готово. Поехали. Все в дом. Все заламываемся. Аспатаки. Сюда. Аспатаки с патронами. Бегом сюда. Генералы. Бегом. Курды готовы даже драться дальше. Ага, свежие курды подошли. Вперед. Так, лучники, бегите сюда. Курды, я думаю, нахер мне здесь не нужны. Бегом отсюда. Армянские лучники против армянских лучников. Погнали. Во, свежаки. Вперед, сюда, к нам. Бегом. Вот такая задача будет у них отстреливать. Отстреливать тех, кто... О, у нас какие флаги-то. Все, погнали. Бунтуют? Нифига себе. Так, ребятки, давайте-ка вы уходите отсюда. А мы тем временем идем на площадь. Туркополы, конные стрелки, ни хрена себе. Вперед. Наши даже не устали. Так, эти убегают. Все, быстренько. Хотя вот эти патроны надо поберечь. Подожди, кто есть кто? Наши что, тоже с такими... Наши тоже с клетчатыми флагами, что ли? И у этих крестик, и у наших крестик. Башня только стреляет, вот жалко.
Ну ладно, сейчас свежие солдаты подойдут. Так, курды убегаем. Эти убегаем. Лучники убегаем. Ёпс, тудей. Давай с тыла. И на площадь. Не такая уж великая столица у них была. А в атаке вообще дерзкие. Вот этих пацанов надо сюда построить. Какая-то. Ну, правильно, спатаки здесь, конечно. Так. Этих с двух сторон. А мы сейчас по-хитрому, давай. Хотя нет, не надо. Рубим так. Потрясены колеблются. Сейчас сдадутся. Вас по атаке вперед. Подожди, а вы тоже сюда. Вот здесь помочь надо. Ой, блин, только бы не зависла игра, ё-моё. Так, доедаем. На площади что? А, на площади уже мы. Ну что ж, один к одному был расклад сил. Так, этими занимаются. Вот здесь много народа. Вот так мы сейчас перестроим. Армянские лучники побежали. Ну да, здесь. Капола. Ну давай. Вот что-то такое, да, должно происходить. Если мы хотим завалить их. Давай. Так, работаем по коням. Здесь порядок, а тут заедают убегающих. О, еще пехотка. А, здесь тоже подъедают. Слушай, ну нас огнеметчики, получается, спасли. Получается, нас спасли огнеметчики. Все бегут. Так, ребята, вот это сюда должно быть. Чтобы помочь нашим на стене, нужно обязательно... Так, это что такое? Давай огоньком.
Глазам своим не верю. Я думал, будет просто ад. Ну, в принципе, и так. Не будь у нас такая твердая пехота, мы бы никак их не одолели. Че, курды? Помогаем. Ха-ха! Завершаем. Не будем добивать. 900 на 1300. Но это мы потеряли так только благодаря тому, что у нас с вами пехота аспатаков и армянские лучники были наняты. Балтийские копьеносцы полностью вроде завалили. А нет, хотя воинов осталось. Даже есть оставшиеся. Ну что ж, рокировка. Метод рокировки между стеками. Отправка отстрелявшихся и бесполезных отрядов за черту карты. Там помогло. У нас с вами появились на поле боя и даже эти курды. Они успели отстреляться даже. Или как они? Курды? Да, курды какие-то. Да, курды. Успели отстреляться, одни полностью попробовали даже защитную какую-то функцию на себя перетянуть. Вот. Мы скинули огнеметчиков, которые прекрасно отработали. Кстати, как они отработали. Они просто молодцы. Они просто молодцы. Именно вот этот пролом в стене был ими был уничтожен. 147 человек они убили. И потом наши аспатаки загасили их генерала. Я очень надеюсь, что сейчас не будет зависания игры. И что я спокойно окажусь на карте вместе с вами. Ну что ж, давайте повернемся на карту. Аллилуйя, господа. Что скажут нам византийцы на это? Пол стека осталось. Да. Задание выполнено, какие-то деньги. Держава повержена. Так. Компания выполнена. А, мы же с вами... Я совсем забыл. Да, у нас с вами по условию победы было там завалить Византию. Но шотландцы же у нас успели свои условия победы выполнить. То есть тут как бы соревновательность между государствами произошла. Хотя шотландцы даже не вышли через свою из своей же с острова, но сделали это все. Ну ладно, смотрите, у нас осталось 209 ходов даже. Ну вот и собственно все. Для нас это победа и есть победа. Вот тут остаются мятежники там и прочее все. Надо сохраниться. Вот это самое главное сохранение в игре произошло именно сейчас. Итак, у нас, значит, мы разбомбили, значит, Византию. Византия повержена. Все условия именно нашей победы выполнены. И на этом мы прощаемся с Сербской республикой. На данном пути развития ее оставляем это дело в прошлом и двигаемся в следующую временную эпоху, о которой я сделаю отдельный ролик. Отдельный ролик и создам голосовалку, в которой мы с вами проголосуем, вы, точнее, проголосуете, а я тоже прикину там, за кого поиграть, и зафигачим следующее прохождение временной эпохи. Я следующий ролик будет уже сделан скоро. Ну, прям сейчас сяду и сделаю, раз уж мы кампанию закончили. Ладно, всем пока. Всем спасибо, кто смотрел это прохождение. Увидимся в следующих прохождениях. Точнее, уже прохождений. В идущих прохождениях и в те, что будут записаны. Eras Total War, я вижу, нравится людям. Мне он тоже нравится. И очень любопытно двигаться по временным эпохам и по государствам, и смотреть, как разработчики все это дело продумали. А мод на самом деле сделан шикарно. Ладно, всем пока, увидимся. И всем пока.